смотрите, это постельное белье называется ветка сакуры. Вы знаете, как здорово, Олечка, посмотри, какие цветы. Ты видишь, они как живые, нежные. Они как настоящие. В этом, конечно же, самое главное преимущество этого постельного белья. Это яркая расцветка. Причем эта яркая расцветка останется на долгие годы, потому что это микрофибра. На микрофибре яркие расцветки сохраняются дольше даже, чем на хлопке. Олечка, расскажи, пожалуйста, что значит микрофибра? Вот я прикасаюсь к этому блаженству, да действительно, шелковистый, ну не могу понять, разгадай ладошку, что это за качество? Это микрофибра, это современное волокно, причем тонкое-тонкое, оно тоньше человеческого волоса, очень нежное, и как раз гладкость, которая так приятна к телу, даже такая скользящая поверхность, очень нежно, она будет обнимать вас, обволакивать, дарить вам расслабление. Там что нужно после рабочего дня? Расслабиться, конечно. Представьте, вы приходите домой с работы, уставший. Так хочется уже занырнуть в свою любимую кроватку, но вы хотите окунуться в блаженство и в мягкость. Вы хотите спать на безумно мягком белье. Это оно. Вот то, что вы давно искали. 990 рублей. Это цена премьеры. Безумно яркий, красивый принт в сочетании с мягкостью и нежностью микрофибры. Ах, какая красота. Ты знаешь, у меня полное ощущение, что мы находимся в саду. Райском саду сакуры. Расцвели цветы. В комплекте вы получаете, помимо пододеяльника, еще и простыню, давай уже покажем. У нас простыня яркая, она у нас не белая, она у нас не однотонная. Посмотрите, какая она яркая, она буквально фонтанирует красотой. Вот это да. И еще, посмотри, есть шов? Вот нет, проверь, шва проверь. Нет. Это главное, говорит о качестве, да? Конечно. Все-таки, ну, что значит белье по ГОСТу? Расскажи, пожалуйста. Вот, это когда на белье, на простыне нет шва, это когда соблюдены все размеры, ну и, конечно же, каким образом у нас сшиты наволочки. Вот, кстати, простыня у нас входит в комплекте, две наволочки размером 70 на 70. И здесь опять же яркий рисунок. Вы посмотрите на эту яркость, на эту прелесть. Смотри, как живые пестики, видишь? Да, действительно, такие очертания прям реальные. Оль, меня интересует вопрос такой же, как интересует наших телезрителей. Как долго яркие краски будут наслаждать наше воображение? Услаждать наш взор. Так, взор, да. До 5 лет при ежедневном, можно сказать, используем. То есть постоянное использование, стирка 30 градусов. Представляешь, как удобно. Сняли постельное белье, закинули в стиральную машинку, на 30 градусов включили. Для цветного белья засыпали порошок и все. Вытащили, сразу расправили его, потянули, развесили, вечером надели и опять уснули на нем. Оль, ты знаешь, вот я все-таки прикасаюсь, он такой мягкий, такой приятный, просто блаженство. Это микрофибра, правильно я тебя понимаю? Скажи, пожалуйста, нужно ли будет при стирке, чтобы оно такое же мягкое всегда было, добавлять кондиционер? Не обязательно. Оль, представляешь, не обязательно. Какая экономия? Представляешь, порошок насыпали, а кондиционер можно не добавлять. Мягкость микрофибра сохраняет надолго. Вообще, знаешь, такое ощущение, я прикасаюсь к лепестку. И такое ощущение, что я глажу не ткань, а настоящие цветочки сакуры. Это правда, действительно, такая шелковистость, да, вот присутствует, когда мы прикасаемся к этому блаженству. 990 рублей! Вы, дорогие мои, подарите себе блаженство, подарите себе мякость. Вы не представляете, как это приятно. Микрофибра отлично отстирывается, вам об этом сообщила Оля Мокшина. Ну, а самое главное, цена крайне привлекательная, только на нашем телеканале. 990 рублей. Это цена премьеры. Цена со скидкой. Вы сейчас платите один раз и 5 лет подряд наслаждаетесь этой красотой, этой мягкостью, этим блаженством, любимые телезрители. Окунитесь в райский сад, посмотрите. Это ветка сакуры. Боже, какая красота! Но я перехожу к испытаниям. Во! Точно, мы все о красоте, о прочности. Конечно, Олечка, она нежная, она мягкая. Посмотрите, какая она буквально собирается. Вы видите, какая она нежная? Это не толстое, не грубое волокно, а мягкое и нежное. Но при этом оно абсолютно качественное и надежное. Вы видите, что я делаю? На разрыв испытываю. И абсолютно четкие швы, ровные. И качество прокраса здесь идеальное. Не бойтесь, стирайте при 30 градусах. И обязательно один комплект возьмите на подарок. Это правда. Молодец, Оль, 990 рублей. Отличная цена для подарка. Меньше 1000 рублей. Дарите комплекты постельного белья. Они всегда пригодятся.